Финал всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» проходил с 7 по 21 сентября в детском центре «Орленок». 1400 детей из 81 субъекта страны боролись за победу. Республику Башкортостан представляли школьники из села Новокабаново. Одной из краснокамок даже удалось подняться на пьедестал почета сразу в двух дисциплинах. Были такие дисциплины, как 60 метров спринт, километр, получается, был пресс, отжимания, прыжки. И на прыжки в длину с места и наклон. Мне удалось занять, получается, первое место на 60 метров в спринте и второе место на прыжках. Больше всего мне понравился километр, хоть я показала не лучший результат, который могла, но для себя я поставила рекорд 3:33. В программе состязаний был творческий конкурс, в котором краснокамцы заняли 20 место. Блистали ребята и теоретическими знаниями о спорте, стали 10-ми в эстафетном беге. В итоге школьники из села Новокабаново вошли в топ-15 лучших детских команд страны. Для сравнения, 2 года назад у нас ездил за Башкирию Кургазинский район. У нас 1 очко выиграли они, и они поехали, а не мы. И они там 68-е были. Поэтому вот такой уровень, там мы стали 15-ми. Селитамак приезжал, они 2 года назад были призерами, в этом году стали 25-ми. Поэтому мы результат все сказали, что нормальный для первого раза. Тем более школы приезжали, где А, Б, В классы есть, а у меня вот 11 человек в классе. И из них приходится еще 6 лучших выбрать. Да. Я увез половину, и вот мы там участвовали, и они молодцы, себя хорошо проявили. Путевку на всероссийские президентские соревнования ребята выиграли, победив на республиканском этапе. Сразу после новокабановские школьники отправились в Адлер на всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Из 42 сборных команда девочек заняла 5-е место. Мальчики расположились на ступень ниже. По словам тренера, почти каждый из ребят там поставил личные рекорды. Километр я пробежал, вот 3:42, это было для меня очень хорошо, потому что я где-то 9 месяцев назад бегал 4 минуты с чем-то, там 4:57 вроде, очень плохо было. Сейчас уже хорошо, начал бегать. Другие теперь? Прыжки в длину с разбега. Я вообще раньше никогда не прыгал вот в длину, и вот получается благодаря шиповке юных я немного научился. 4:16 прыгнул, это вроде 3-й юношеский разряд. Сейчас ребята готовятся к отбору на всероссийские соревнования в Казани и Магнитогорске. Приглашение уже есть. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».